Автомобили Рено по госпрограммам со скидкой 10%. Терамобил на Янаульской 1А. Это жалейка в разобранном виде. Трубочка сделана из ветки бузины. Игровое отверстие. Это свистковое устройство, сделанное из камыша. Он с легкостью может разобрать музыкальный инструмент и собрать его едва не с закрытыми глазами. Николай Казначеев освоил этот навык совсем недавно, увлекся изготовлением инструментов 2,5 года назад и теперь уже не хочет останавливаться на достигнутом. Хотя поначалу было непросто, ведь изготовление музыкальных инструментов – дело тонкое. Мне не получалось строить, ну, чтобы на нем можно было играть как музыканту. И вот тогда я обратился в школу искусств, там встретился с Александром Сергеевичем Перечневым, и он мне начал подсказывать, ну, по музыкальной части очень много помогал. Интересно, что у Николая Казначеева нет музыкального образования, и до сих пор ему не доводилось играть на музыкальных инструментах. Но грех не начать, когда в руках такие диковинки. Вот, к примеру, старорусская жалейка. А вот и алтайский бубен. Это бубен, называется алтайский, вот как на Алтае делают, но это я сам делал, конечно. Вот называется алтайский бубен. Ну а это ни много ни мало духовой инструмент австралийских аборигенов – диджериду. Играть на нем задача непростая даже для профессионалов. Вдыхаем воздух носом, щеки сжимаем, воздух изо рта туда, то есть она не прерывается вот так. Какой круговорот получается, как... К слову, профессия Николая не имеет прямого отношения к его увлечению. Он столяр. Но одно другому не мешает и даже напротив выручает. Навыки работы по дереву особенно пригождаются при реставрации музыкальных инструментов, как, например, при восстановлении этой домры. Я когда впервые увидел здесь музей, она была очень в плачевном состоянии, вся покоробленная, обгоревшая. Верхняя дека была вся, ну, разбитая совершенно. Накладки вообще не было. Я его все вышкурил, вытестил, заменил полностью деку, подставку, розетку. Инструменты от Николая Казначеева невозможно найти в магазине, ведь мастер изготавливает их не наживы ради, а для радости. Но полюбоваться лирами, гуслями и балалайками при желании можно, если зайти в музей забытых вещей на улице Ленина. Лариса Миронова, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».